Всем здорово, ребят. Ну что, мы на Айс сервере. Наконец-то я добрался до своего аккаунта, вспомнил там свою ID-шку, и мы на моем стареньком-стареньком аккаунте, на котором я когда-то, когда взял iPhone, зашел сюда, и, блин, не знаю, смотрите, сколько самоцветов у нас накопилось. Сейчас мы попробуем это все дело открыть, заролить. Вытащить имбу. В общем, я не знаю. У меня такая, знаете, бредовая идея есть. Значит, здесь аккаунт. Бездонатный аккаунт на Айсе. Я понимаю, что на Айсе без доната, конечно, по сравнению, например, с Тайванем, по сравнению с немкой, это печаль. О, паладина вытащили. Нифига себе. Моя первая легенда. Или не первое паладинище. Сейчас я гляну, что тут у меня в алтаре есть. О, ничего себе, посмотрите, какой у меня тут алтарь. Офигеть. Короче, будем с вами трешивать на АС-сервере. Шучу, конечно. В общем, я не знаю, есть идея начать на аккаунте немножко играть. Короче, пишите в комментах, что вы думаете по поводу этого. Кто играет на АЭСе, ребята, можете кидать заявочки. Я могу ролить на АЭС-сервере. И буду ролить на АЭС-сервере. Добрались мы до этого сервачка уже окончательно, поэтому... Либо в телегу пишите, либо в ВК, там, не знаю, можете под видосами писать, кому надо паролить, как с вами связаться. Я читаю комменты, будем с вами ролить. Так, сейчас надо место освободить. Бог грома, ну да ладно, давай тебя откроем. Так уж и быть. Как, куда нам без бога грома, ребят? Так, что у нас тут вообще делается? Кстати, сегодня я уже не записывал видос. Вот сейчас как раз коллекционер. Так, давайте. О, ничего себе, зефирка наша первая пришла к нам. Здравствуй, зефирка. Мы тебя скоро соберем, через пару десятков тысяч лет. Так, яички. Мои яички. Так, отлично. В общем, поменялись награды в карте, ну не в карте, в парящем острове на сервере. Теперь можно получить, если сравнивать с русским. Вот смотрите, падают уже 10 рунки. Остальное, я не знаю, вроде как бы и без изменений. И падают 10 карты созвездий. Вот так вот. То есть можно их получить. Фу-фу-фу. Так, что тут у нас? Обмен. Ну, рынок я уже показывал, такой же, как и на английском сервере, в принципе. Так, ну что, поехали посмотрим на коллекционера. Фонтан желаний даже работает. Дрейк у меня был там. Магическая рулетка есть. Сейчас вытащим купон 100 подов. Открутить. Я же говорил, что будет купон. Это просто, просто изи. Что с купона дают? Мой купон. Ну, томики, эти, флеймбоксы. В общем, все дела. В общем, пишите, ребятушки, что делаем на английском сервере. Аккаунт бездонатный. Можем его немножко испортить. Как сардельку испортили. Купонище у нас есть. Соберем себе там, сейчас возьмем этого за 4 пака зефира, соберем и будем бегать с зефиром. Что там кричали здесь топы? 1.78, они даже не догоняют по силе. 4к разрыва, даже больше, 5к почти. Но здесь, видите, здесь топ более такой плотненький, реально получше, чем у нас на английском. Так, ну что, поехали. Так, я так и коллекционера не досмотрел. Бочка 300. О, нифига себе, если вытащим горгула, получим сразу же фрей. Офигеть.
Вот это мне нравится. Задержимого, нифига себе. Ну что, поехали, ребята. С вас, конечно, лайки. И напишите в комментах, что мы будем делать. Я понимаю, что у меня батарея садится. Дриада, шаман, наемник. Ну, нормально. Шаман, циклоп, оборотень. Пойдет. Оборотень, панда. И кто-то там кричал, что АС-сервер топчик. Циклоп, паладин. Ой, говорю, паладин, палач, паладин у нас уже есть. Панда, тритон. Нифига себе, Афинка, ребятушки. Афинка и ведьма. Афинка и ведьма на таком дуб-аккаунте. Это, конечно, уже получше. Так, поставим сюда паналадина. Заберем яички. Улучшим гарнизончик. И сейчас пойдем дальше, ребятушки, трешивать с вами. Так, неплохо. Неплохо, неплохо, неплохо. Так, ну поехали, где тут? Конечно, так на телефоне неудобно видно. Вы даже себе не представляете. Как, я не знаю, как можно играть в битву замков. Но Бравл как-то мы играем. Такс. Ну! Хранитель. А почему бы и нет? Хрон тоже обалденнейший герой. Тыковка там, купидончик плюс хрон и все. И можно бегать. Можно бегать, жарить. Это просто жесть. Анубис, которого получали, я получил его, ребятушки, за роллинг. Поэтому это просто изи роллинг. Ну, не знаю, не знаю. АС, удивляете, реально, удивляете. Офигеть, посмотрите, каких мы героев тащим, ребят. Супер. Так, кто у нас следующий будет? Ну? Ну? Да ладно! Да ну нафиг! Да вы чё, издеваетесь? Суккуб! Ну это просто жесть, ребят. Просто, блин, испортили все настроение этим суккубом. Куда нафиг этот суккуб нужен? Давайте хоть пооткрываем места, потому что потом героем набьем, а места не сможем открыть. Так, Афинка. Это, ребятушки, наш первый роллинг на АС-сервере. Так, кто у нас там еще? Суккуб, да? Я могу тут типа посмотреть. Ну, что я могу сказать? Алтарь так ничего, Анубис уже есть. На бездонатном аккаунте. В общем, напишите, что мы будем с ним делать. Какую мы цель поставим на этом аккаунте. Так, рандомчик, давай мне еще одну легенду. Тыковка, ребята, тыковка у нас уже есть. Обалдеть, вот это АС-сервер удивляет. Так, раз, два, три, ну! Редяха, просто издеваются, поиздевались, короче, в итоге. Фух. Открыть не можем. Вот так вот. Надо будет еще стирачку какую-то купить потом. Карта богатства. О, мы можем же отсюда забрать самики. Отлично. Итак, что мы имеем, ребята? Что мы имеем? А мы имеем обалденное, я считаю, обалденное начало. Очень даже офигенные герои. Чего только стоит друид, паладин, суп. Нифига себе! Пятый бег, ребята. Он будет у нас бегать как ушпаренный. Еще один. Тыковка, разбросик. Атлант. Пятерка. Неплохо. Дед. Череп. Ведьмочка. Хранитель. Анубис почти пятая ремка. Но дальше пошли у нас имба набор героев. Вот как-то так. Я считаю, мы неплохо потрешивали. А что по коллекционеру, интересно, хотя бы.
Нифига себе, вы что, издеваетесь? Один слизняк за 14к, да ну нафиг. Это что за обдираловка? Это просто жесткий развод. Реально, я не знаю, напишите в комментах, кто играет на айсе, сколько у вас тут слизней падает. Ну, у меня это жесть. 14к, один слизняк. И нифига. Пипец. Короче, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки. А дальше будем определяться. Все зависит от вас. Всем удачи, всем пока.